Давай, налетай. Поставь на место. Se quer me dar, me dê logo, não demore não. Se quer me dar, me dê logo, não demore não. Se quer me dar, me dê logo, não demore não. Um bigada de velho e um bigada de moço e um bigada que vem, um bigada de lado. Oi, ai, ai, tá no bigada que sabe não mandar da... Thank you.
Кто это? Какого черта? Это он его нашел. Он меня отпустил, не отпустил. Я приволок его. Он уже все про нас разнюхал. Его нельзя выпускать. Тут у меня немного еды. Это все, что я мог. Но думаю, на один раз вам хватит. Я прошу всех вас только об одном. Выслушайте меня. Я знаю, что могу не уйти отсюда. Он мне это прямо сказал, и я ему поверил. Я хочу помочь вам. Не ври, старый ублюдок! Иди заливай где-нибудь в другом месте! За всю жизнь я ни разу не соврал. Выслушайте меня. Дайте мне сказать то, что я должен сказать, а потом делайте, что хотите. Я давно уже, почти год упорно вас ищу. Я хочу для вас хоть что-нибудь сделать. Что? Ну что? Что сделать? Грехи нам отпустить? Я сюда пришел как друг. Не похоже, чтобы он был из тех котов, что обжираются. Да, у меня ни денег, ни определенных намерений. Я только знаю, что уже много месяцев думаю о вас. Иногда мне казалось, что вы зовете меня. Единственное, о чем я вас прошу, разрешите мне приносить то, что я раздобуду. Еду, платье. Верьте мне. Я никогда не предам вас. Все вы мастера колпачивать. Слышали мы вас. Хочешь получить то, что хочешь, поди на колени. Кто укажет мне человека, у которого есть все, чего он хочет? На колени здесь ни ради чего не падают. Может быть, ты будешь первый. Завтра все решим. Здесь будешь спать. Разве генералы жрут отбросы? А? Ты пропадешь, Хуарес. Еще раз и все, пропал.
Хуан, уходим, ну? Бог любви, справедливости и всепрощения, Он поймет и возлюбит вас и меня, если мы откроем Ему сердца. Тревога! Сматываемся! Вот так они удирали. Они ограбили алтарь. Унесли все ценное из столовой. И вот отсюда, из библиотеки. Эти парни становятся проблемой. Газеты поднимут вой и будут нападать на нас, пока мы их не выловим. Я объявляю розыск этих песчаных генералов. Он давал в 10 раз больше. Этот самый ваш типчик. Но я здорово рискую. Прессу посмотри. Теперь они всюду будут искать. И тебя, и все, что ты увел. Прокинь хоть 30-ку. Я еще не знаю, сколько придется сидеть на твоем товаре. Карло, поди-ка помой петухов. А нам придется долго сидеть без дела. Ну, можешь хоть еще 25. Не нравится? Не придешь больше. Ну, кончено! С тобой кончено. Что вам надо? Оставьте меня! Пустите! Слушай, ты чертовски хорошенькая. Воображаешь, какой сыночек у нас получится? Пустите меня! Пустите меня! Ну, ради бога! А меня ждут дома! Я тут случайно! Thank you.
чего-то забрела сюда. Тут по ночам только шлюхи прогуливаются. Ну, вставай. Ходи больше по ночам через пески. Ну, прости. Чтоб тебе знать всю жизнь только бедность и болезни. Чтоб ты никогда не снял с себя эти лохмотья, грязный подонок. Будь ты проклят. Нет теперь у нас мамы. Откуда ты взялась? Где твой дом? Мой дядя взял себе мамин дом. А нас не пускает, и я никак не найду работы, никак. Деньги добыл? 300 крузейро. Надолго не растянешь. Идем-ка с нами. Спать с ней будем по очереди, как заведено. Мы друзья, Буллет. Но прикоснешься к ней, я тебя убью. Чтоб тебе всю жизнь знать только бедность и болезнь. Чтоб ты никогда не снял с себя эти лохмотья. Грязный подонок, будь ты проклят. Пустите меня, ради бога. Ты хочешь, чтобы она досталась вам двоим, тебе и профессору, да? Никому не позволю ее тронуть. Никому. А может быть, нам не хочется, чтобы ты тут командовал. Thank you.
дай ему буллет. Я тут поговорил кое с кем из наших. Ну, словом, со всеми генералами. Ее пальцем никто не тронет. Ну, а в случае, если ты отправишь девчонку, что с ней будет? Я долю смогу вносить за себя и за брата. Оставайся пока. Хочешь сделать мне любезность? Да. Это нитка, чтоб ей никак не вдену. Целый клок из рубашки вырвала, а у меня сегодня свидание. Ах, вот что. Садись, зашлю твою рубашку. Благодарю. Где рванул, не знаю. Песенку, мама. Даль от радости и горя в голубую даль корабли уносят в море всю мою печаль. Ма, дай мне слово, что не умрешь. Я еще долго, очень-очень долго не умру. Ты готов для свидания? Она красивая? Да. Спасибо, Дора. Вдруг я надумаю ее прикиснуть. Чертово трепло. Тебя же по делу сюда привели. Так запомни, зовут тебя Августо О'Хара. Ладно, чтоб вернее, вот тебя вырезал из газеты. Еще запомни, у них был сын. Он не так давно умер, его звали Августо. Так что не вздумай там зубы скалить, будь грустным. А главное, хромой, не ленись хромать. Ладно, идите, вы знаете куда. А сумеешь выжать слезу? С какой-то радостью. Трудно, что ли? Насколько же вы оставите меня? Как раз успеешь все как следует разнюхать. Но через пару дней наведаемся. Хм. А ну, брось ковырять в носу. Тебя в дом не впустят, если будешь так делать. Сеньорита! Сеньорита!
Можно с вами минутку поговорить? Мне Анжела рассказала уже о тебе. Присядь, пожалуйста, рядом со мной. И ничего не бойся. Я не знаю, куда деваться, сеньора. Может быть, у вас в саду нужно что-нибудь сделать. Никто не хочет брать меня на работу. Я ведь хромаю. А я совсем голодный. Ну, а как тебя зовут? Августа. Августа? Возможно ли? Боже мой. Что с вами, сеньора? Я сказал какую-нибудь глупость. Извините меня. Нет, нет. Моего сына тоже звали Августа. Уже год, как он умер. Он был примерно твоих лет. О, как мне его жалко. Честное слово, жалко. Я найду для тебя дело в саду. А до этого ты просто поживешь у нас несколько дней. Сейчас я тебя поведу завтракать, и ты съешь все, что понравится. Ничего, все будет хорошо, Августа. Вы очень-очень хорошая. Дай вам Бог, сеньора. Августа? Да, сеньора. Вернулся мой муж и хочет с тобой повидаться. Ты готов? В сию минуту выхожу. Огромное спасибо, сеньора. Он был рыбаком. Его звали Педро Охара. 2 недели назад у него сделалась лихорадка. Я за папой так хорошо ухаживал. Но подхожу однажды утром, а он, знаете, вроде как спит. Но он больше не проснулся. А днем его увезли. Про это было в газете. Вот тут, где про всех, кто умер за день. Рауль, это нам Бог его послал. По-видимому, да. Во всяком случае, я уже год не видел тебя такой. Ты знаешь, куда мы пойдем сегодня, мой мальчик? Мы пойдем в кино. Вот, Августо, теперь молитва. Начинай. Со мной сегодня такое творится. Пожалуйста, помолитесь за меня, Донна Эстер. Охотно. Господи, наши сердца полны благодарности к тебе за благословенный день, приведший под наш кров этого чудесного ребенка. Твоя воля, о Господи, чтобы мы стали его семьей и исцелили заботой его страдающее сердце. Научи его, помоги ему, возлюби его. Аминь. Доброй ночи. Спокойной ночи, сеньора. Thank you.
Что-то долго ты на этот раз топчешься. У них все стоящее заперто. Я еще не выкрыл ключи. Нам без монет крышка. Профессор вовсе кончается. Так ослаб, глазами не ворочает. Мы его на силу травами отпоили. А то б ты не застал его в живых. Он теперь тоньше зубочистки. Я постараюсь. Наверное, будет еще порядочно возни с сигнализацией. Даю еще 2 дня. Профессор вовсе кончается. Так ослаб, глазами не ворочает. Мы его травмами отпоили, он теперь тоньше зубочистки. Ты плачешь, мой мальчик? Нет, сеньора, я не плачу. Я же вижу, что плачешь. Ну, скажи, что с тобой? Что случилось? Чем ты расстроен? Ну, в чем дело? Наверное, о своей маме грустишь. Не нужно плакать. Ты же наш любимый сынок, наш Августа. Я все сделаю, чтобы заменить тебе твою маму. Я вас никогда не забуду. Никогда, никогда не забуду. Ну, пошли. Вот это пример. Машина идет!
Августо! Августо! Я гробой, я не Августо! Августо! Можешь туда вернуться. Они примут. Хочешь, отведу? Нет. Профессор, чтобы к ночи все было окей. Большая булочная на площади наискосок от церкви. А на кого идем? На Эзекииле с Шайкой. Они хотят продать нас полиции. Джон сам слышал. Эзекииль решил подработать. Они нас выследили. А мы сегодня ночью отобьем у них охоту. Значит так, ты, профессор и Джотто, берете на себя старую лестницу. Длинный, хромой, еще 7-8 ребят прокрадетесь с другой стороны, по новой лестнице. А мы с тобой пойдем вон той улочкой. Она упирается в склад, который они будут грабить. В открытую пойдем? Да, я хочу, чтобы они сначала нас увидели. Эзекииль бомер! А? Бомер!
Теперь к этой шайке прибилась девчонка. Мы совсем не то делаем. Надо попытаться у одного из самих генералов выудить сведения. Расклейте объявление о розыске Буллита в нищих кварталах Байи. Дора. 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 Что-то мне плохо, Дора. Ни разу в жизни со мной такого не было. Я будто в огне горю. Господи. Ложись сюда. Лежи тихонько. Я тебе напиться принесу. Джеффи, Джеффи, вставай, маленький. Вставай, иди отсюда, иди, ляг там. Я помню, у моей мамы то же самое было. Она говорила, все у меня ломит. Через 2 дня умерла. А у тебя все пройдет. Будет вот-вот вернется, достанет какие-нибудь порошки, и все у тебя пройдет. Вот честное слово. Ну, что тут такое? Сильный жар у него. Тело все ломит. Тут никому не охота свалиться в лихорадке из-за этого малахольного. Брось его, Дора. И пойди-ка отмойся. Его надо отсюда убрать. Если он сам не уберется, мы его вышвырнем. Пока он всех не перезаразил. Слышь ты, пошли. Не нужно. Я не могу, мне плохо. Вот-вот Буллит должен прийти. Это твой револьвер. Ты помнишь, что он заряжен? Мы уберем его отсюда, Дора, а то нам самим не жить. Так вы и меня бы выкинули, если бы я заболела. Мы дождемся Буллита, слышишь? И пускай он решит, что с ним делать. Скоро поправится. Благодарю вас. Его в больницу надо. Я его не отдам в больницу. Почему? Да просто потому, что такие, как мы, с ним не возвращаются оттуда. Альмира? Как насчет твоего деда, Альмира? Я знаю, ты от него сбежал, но туда, по крайней мере, не нагрянет полиция. А потом мы заберем тебя. Это ведь все-таки лучше, чем больница. Я тебя буду навещать. Лекарства принесу и все, что надо. А священник раздобудет нам доктора. Такого, чтобы помалкивал. Правда, отец? Да, правда. За кого просите? За них? За этих воров, мошенников и даже убийц? Разве это их вина? Что они бездомны? Что они беспризорны? Что у них нет близких? Их ли вина, что они должны воровать, чтоб есть? И готовы ли вы поручиться, что мы с вами были бы лучше, если бы во всем мире никому не было дела, живы мы или нет? Кто же виноват? У вас ни тени сомнений в том, что Господу угодны ваши поступки? Господу. Я не так, может быть, понял Священное Писание.
Но я помню, там сказано, наша вера ничто, если человек не живет по ней. То, что я пытаюсь сделать хоть что-то для несчастных детей, угодно Богу. Один из них хочет быть священником, и мне кажется... Наше свидание окончено, отец Хозе Педро. Вы можете идти и молитесь о том, чтобы лучше понять Божье Слово и лучше служить Божьей Церкви. А то ведь может быть и так, что Церковь предпочтет обойтись без вас. Церковь? Ваша Церковь, но не Церковь Христа. Я стараюсь жить так, как Он велел, и Он мне судья, но не вы. И раз уж вы готовы отлучить меня от вашей церкви, отлучите. Только помните, вы сами сделали выбор, я вас лишаю сана. Чудесно! Ведь трудно же верить в то, что это дом Иисуса Христа, что Он мог бы жить в этом скопище золота, пить особые вина, есть особые блюда. Видя, что дети, что его дети голодают, гибнут от голода. Hello, красавчик. Не проведешь ли ты со мной вечерок? А? Нельзя, я на дежурстве. Да ну, брось. Что-то незаметно охотников на эти сокровища. А мы бы с тобой порезвились. Ну так что? Да я не знаю. О, он еще маленький, он не знает. Ну, может быть, если ненадолго. Господи, почему бы нет? Ну ладно, пошли. Давай, давай, вниз! Еще можно! Тяни! Мы готовы! Ну, поворачивайся там! Тяни, тяни! Хватит, теперь опускай! Останови! Останови! Я ничего не могу сделать! Опусти! Опусти нас! Не могу! Оно не слушается! Повернись, слышишь? Не поворачивается! Прыгаем! Хватай веревку длинную! Прыгай!
Хватайся за веревку! Что ж ты не прыгнул? Что ж ты не прыгнул, дурак ты мой? Смывайтесь! Бегите отсюда! Облава! Скорее! Скорее отсюда! Что? Что будет? Болит? Дора, беги! Ну-с, мы все-таки встретились с тобой. Я намерен заполучить всех, всю шайку. Где отсиживаются твои головорезы? Ведь мы все равно узнаем. Твоя девчонка тоже у нас. От нее вы ничего не узнаете. Яму его, пока не заговорит. Нет! Эй! 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 Не хочу!
карапуза юмаракату. Qui connaissait le récit de Zeus, portant de предводителем стал Джеймс, потому что это ему хватило отваги поднять восстание. И они были послушны ему. Всех свели на берег целости и сохранности, когда прибились к острову. И никого не убили, потому что Джеймс напомнил им, что они всегда хотели правосудия и справедливости. А что же, Дора? Что она сказала? Она что-то сказала? Что она говорит? Отец, мне нужно это знать. Что она сказала? О, нет! Подождите, отец, я хочу, чтобы вы... Я хочу, чтобы вы сказали, что с Дорой. У нее все в порядке. Все в порядке. С Дорой все в порядке. Ответьте же мне. Ответьте. Ответьте! Смотреть на нее. В окне полощется купальная простыня, и солнечные лучи ищут ее, чтобы скользнуть по ее плечам. Да ну ее эту муру, почитай что-нибудь интересное. Ну вот, выходит, я стибрил не ту книгу. Я думал, она про Лоуренса Аравийского. А мне нравится. Эй, Буллет, Хромой сказал, чтобы ты через меня передал ему весточку. Я работаю в прачечной.
Он там знает кое-кого. Скажи пароль. Джон Адам. Я подожду еще месяца два, а потом сбегу. Мне тогда нужно будет 30 футов веревки. Словом, чтоб с крыши хватило спуститься. И нож будет нужен. Скажу. Первый же, кто попытается лечь, пойдет вниз, в яму, короче говоря. Это ты главный у песчаных генералов? Я, ну и что? Если хочешь смотаться сегодня, так в самый раз. Не могу сегодня, не готов. Слушай, когда я выйду отсюда, ты примешь меня к себе? Еще бы. А где я вас найду? На вилле префекта. Кто тебе платит, вонючий стукач? Теперь недолго. Ты видел его? Нет. Но мы уже все узнали от одного человека. Они его там долго не будут держать. Они его отправят на работы, а уж тогда все устроится. Я молюсь за него. И за тебя тоже. Едем из самого Рио, и вот можете себе представить, как-то сбились с дороги. Ну,
вы все-таки как думаете, сможете вы нам помочь? Почему-то я сразу к вам почувствовала такое доверие. Не затруднит ли вас указать мне дорогу на Сальвадор в Байе? Но вы едете совершенно не в том направлении. Дора, лихорадка. Сегодня ночью беги к северной стене. Что, смываешься? Заткнись, выродок. Еще раз откроешь рот, я тебя пощекочу перышком. Навек замолкнешь. Тебе что-то во сне привиделось. Ложись на свое место и спи. Иди, иди. С тобой, Господь, исполненная благодати. Благословенна ты, благословен плод чрева твоего, Иисус. Спокойно, сестра. Спокойно. И чтоб тихо. Ведите нас к Доре. Все будет окей. Ну вот, видишь, все, как я обещал, разве нет?
погибло Билла и Паса. Кутора, Кутора, Унеси меня отсюда. Я хочу побыть с тобой вдвоем. Пожалуйста.
надежды.